19 января, в день рождения региона, прошла церемония награждения государственными и региональными наградами. Губернатор отметил ульяновцев, добившихся наивысших результатов в различных отраслях и сферах деятельности. Награды врачебные в день родного края имеют особое значение и являются свидетельством наивысшего признания заслуги как на региональном, так и на федеральном уровне. В Карамзинский зал Дома правительства пригласили лучших людей города и области. Среди них были как известные и прославленные деятели культуры и искусства, врачи, учителя, инженеры, работники сельхозотрасли, так и прославленные жители сел и деревень, которые уже много лет трудятся на благо родного региона. Профессия очень много, 38 лет. И такой, что оценили нашу скромную работу, это ежедневное правовое просвещение граждан. Работа тяжелая. И что это оценим? Так высоко труд. Это очень приятно. Высокими званиями, знаками отличия были отмечены свыше 50 человек. За личный вклад в достижение высоких показателей в экономическом, социальном, научно-техническом и культурном развитии региона в минувшем году, добросовестный труд и профессиональное мастерство, на мероприятии передано свидетельство жителям, чьи имена занесены на доску почета «Лучшие люди Ульяновской области». Ну, я считаю, что это как бы аванс на то, чтобы в дальнейшем бы моей дальнейшей работе по производству летательных аппаратов и развитию отечественного авиастроения. Это не только моя заслуга, это заслуга всего нашего дружного коллектива, который, в принципе, кроме как на внутренний рынок и на экспорт работают уже в течение 15 последних лет. Ежегодно мы заключаем контракты на строительство новых судов, на экспорт. Отгружаем и, в принципе, получаем хорошие отзывы. После торжественной части всех героев дня пригласили в Ленинский мемориал на праздничный концерт, посвященный 76-летию со дня основания Ульяновской области. Фойе собравшихся встречали интерактивные книжные выставки, а на сцене свои лучшие творческие номера показали областные коллективы. Не обошлось и без официальной части. Звание «Почетный гражданин Ульяновской области» было присвоено двум выдающимся людям. Одним из них стал профессор, физик-ядерщик Клочков Евгений Петрович. За 60 лет на благо Ульяновской области, я, наверное, заслужил эту награду. Вот эту награду 5 лет назад дали за заслуги перед Ульяновской областью, а теперь новый шажок. Маркину Николаю Петровичу, члену правительства в 2010 по 2016 год, звание присвоено посмертно. Свидетельство получила вдова советника при губернаторе по части взаимодействия с правоохранительными органами. Наталья Чумаченко, Юрий Ломатов. Новости Ульяновской правды.